Разрешить конфликт на Донбассе можно только с помощью минских договоренностей. Это общее мнение министров иностранных дел Украины и Италии Павла Климкина и Анджелина Альфана. Сегодня они провели переговоры в Киеве. Альфана, напомню, с недавних пор возглавляет ОБСЕ. Завтра он намерен отправиться на Донбасс, чтобы лично оценить ситуацию. Об урегулировании конфликта будут говорить и в формате нормандской четверки. По словам Климкина, встреча запланирована на 16 февраля на уровне министров иностранных дел. Під час цієї зустрічі, якщо, звичайно, Росія на неї погодиться, буду концентруватися саме на питаннях безпеки, звільнення наших заручників і політичних в'язнів і доведенню до Росії, що не існує жодної розумної альтернативи реальній миротворчій місії на території окупованого Донбасу. Мы четко понимаем, что нельзя по-другому выполнять минские договоренности. И мы не можем смотреть на сегодняшнюю ситуацию и считать ее нормальной. И мы также надеемся, что и в нормандском формате, и в рамках других переговоров, которые проходят, все-таки мы сможем вернуться к правильному выполнению минских договоренностей и изменению ситуации.